Что будет, если получить двойку за ВПР? Да, это моя тема. Я боюсь не сдать ВПР. Подпишись и отметь друга, который боится не сдать ВПР. Не, ну это-то понятно. Когда ты рассказывать будешь, что случится? Уже совсем скоро школьники напишут контрольный, и, конечно же, многие переживают. Но ведь учителям тоже не нужны плохие оценки за ВПР. Говорю сразу, да, учителям не нужны плохие оценки за ВПР, но они их не щадят ставить. И это печально. Кстати, там разболовка специальная должна быть. Ну а ВПР — это не годовая контрольная, это экзамен. Двойки за ВПР в журнал не выставят. О, какое облегчение. И они не повлияют на вашу учебу. Стоп, стоп, стоп. В смысле не повлияют на вашу учебу? Ну да, действительно, просто останешься на второй год.